Главное, убедить зрителя, что у вас ничего нет в руках. Будьте любезны. Алло? Браво! Как ловко. Вы не находите? Жулик. Скажите, а такие фокусы можно с любым предметом делать? Абсолютно. И как же вы выучились всем этим премудростям? Меня за границу учиться отправил еще батюшка. Но склонность к наукам я не приобрел. Зато вечерами меня часто развлекал хозяин таверны, который за свою жизнь нахватался всего понемногу. Но главное, он умел выделывать разные фокусы. Многие заходили к нему не только поесть, но и полюбоваться чудесным искусством. Мы с его дочкой Кэт научились этим премудростям. Когда старик умер, таверну продали за долги, а мы отправились по городам показывать свои нехитрые представления. А драться вы тоже? У трактирщика научились? Насколько я слышал, в молодости он ходил на кораблях и даже был в плену у пиратов. Хотя я склонен думать, что он сам был пиратом, удалившимся от дел на покой. Вы учились у пирата обманывать честных людей этими пошлыми шутками? Не будьте столь категоричны. Я же сказал, что не исключаю, что он был пиратом. Хотя утверждать это не могу, так как не имею доказательств. А по-моему, ваши фокусы очень забавны. А вы научите меня? Непременно, сударыня. Егор! А? Трубку мне принеси. Угу.